Здравствуйте, друзья! Пришла очередная посылочка. По ссылке находится дистанционный замок для машины, я покупал, так как у меня иммобилайзер вышел из строя. Вот. Решил установить что-то типа сигналки, но без сигнализации, просто как бы центральный замок. Сейчас посмотрим, что у нас пришло в комплекте. Посылочка шла полный срок, практически 2 месяца. Я уже думал, честно говоря, может, не придет, но она все-таки дошла. Конечно, тут по ней ездили танки, летали самолеты. Вот. Не знаю, на чьей почте сделали такой блин с этой посылки. Ну, будем надеяться, что внутри все целое. Так, что мы тут имеем и как ее открыть? Так, что мы имеем? Имеем в комплекте 2 вот таких прикольных, на мой взгляд, брелочка. Вот здесь что у нас есть? 4 кнопки. Значит, что мы тут закрываем машину, открываем, выключить звук и поиск, я так понимаю. Вот этот брелок идентичный. Может, все-таки она подключается как сигналка. Я даже не знаю. Сейчас будем разбираться вместе. Вот сам блок. Выглядит таким образом. Я так понимаю, антенна. Да, это антенна. Или не антенна? Нет, это антенна. Вот, что у нас дальше? Так. Дальше мы имеем комплект проводов с предохранителем. Вот такой вот. Сразу проверим, подходит ли к разъему. А то разные бывают фокусы. Во, подошло. Так, что у нас дальше в комплекте? В комплекте что-то наподобие инструкции, двухсторонний скотч, я так понимаю, для крепления самого блока. Вот такая вот инструкция. Вот, есть схема. Спасибо китайцам. Инструкция на английском языке. И схемка подключения. Схема подключения центральных электрических замков. Ну, здесь надо переводить. Я не силен на английском особо. Как всегда, Google переводчик нам поможет в этом. Хотя он переводит не ахти, особенно технические термины. Ну, я думаю, что мы разберемся в этом. Так, и в комплекте вот такая вот синяя, как назвать, контрольная лампа работающей сигнализации. Или включенных замков. Под эту лампочку есть тоже двухсторонний скотч. Вот таким все делом оно где-то крепится. Я думаю, что я ее ставить не буду, у меня в машине своя как бы есть лампа. А может, и поставлю, время покажет. Устанавливать, думаю, весной, когда немножко потеплеет. Сильно много тут надо разбираться, что к чему, куда. Пол машины разобрать. Вот. Ну и на этом, я думаю, закончим. Подписываемся на канал. Оставляем комментарии, лайки, дизлайки. Всем пока-пока.